Ребят, всем привет! Сегодня, в общем, тренировка у меня состоит из 7 упражнений. Порядок сейчас немножко поменял, сразу же по-быстрому показать вкратце. Вот это, работаем с мячом. Как правило, в самом конце. Потом колесо. Можно с коленом, можно с носком, кого как. Гантели килограммовые. Вообще в начале самом идет всегда. Это я так не в попад показываю. Уже подход сделал. Так планирую по 3 подхода делать по кругу, по минуте каждое упражнение. Боксерские перчатки одевать сейчас уже не буду, тренировка заканчивается. В общем, как-то так построил для себя такой спортзал уличный, можно сказать. Хотел под полубаком, но там как-то не очень, подволок высокий, поэтому лучше здесь.